Ювелиры из Токио представили новогоднюю елку из чистого золота. На изготовление необычного дерева высотой 2 метра ушло 19 килограммов драгоценного металла. Чтобы никто не усомнился, из какого материала сделан праздничный символ, на нем укреплена табличка «Золотая рождественская ель». Ее можно купить за 2 миллиона долларов. Но пока публика просто любуется диковинным изделием мастеров. Оно будет ждать своего покупателя в магазине до 25 декабря. В нынешней ситуации, когда глобальная экономика страдает от таких дестабилизирующих факторов, как Брекзит, мы создали эту золотую елку в надежде, что она сметет печальные новости и принесет блестящее будущее. Очень красиво. На меня производит большое впечатление, что они выставляют золотое дерево каждый год.